Уже завтра стартует первый этап проведения единого госэкзамена. Следить за ходом проведения ЕГЭ будут волонтеры. Специально для этого сегодня в республику прибыли члены Корпуса общественных наблюдателей из Астрахани. На базе автодорожного колледжа с ними встретилась министр образования и науки Республики Дагестан Умпазиль Омарова. Патимат Муртазалиева продолжит тему. Большинство из членов Корпуса общественных наблюдателей на ЕГЭ уже имеют опыт работы в данной сфере. Среди ребят не только дагестанцы, но и гости из Астрахани. Они также будут контролировать ход проведения ЕГЭ. Анна Коноплева уже четвертый год своей жизни посвятила волонтерской деятельности. Из них 3 года она проводит в Республике Дагестан. Конечно, это, во-первых, государственная задача, которую ставит нам и Роспотребнадзор, и аппарат президента Российской Федерации. Это задача, которая очень важна, и ее нужно очень качественно выполнить, потому что мы за справедливость, за честность, за то, чтобы достойные ребята прошли ЕГЭ. Основная функция ребят – быть в пункте, являться глазами и ушами Рособорнадзора, отметил председатель Российского союза молодежи. Также он напомнил ребятам о главной цели их прибытия и упомянул о важности строгого и своевременного выполнения своих обязательств. Я хочу поблагодарить за то, что Умпазиль нашла сегодня время и встретилась вместе с нами. Для нас на самом деле это очень важно. И в вашем лице я хочу поблагодарить всю вашу команду, которая сегодня здесь представлена. Организаторами был подчеркнут факт того, что подобная встреча проводится не в последний раз. Совсем недавно каждый из наблюдателей прошел через это испытание сам. Поэтому все они понимают важность своей деятельности. Патимат Муртазалиева, Зарифа Шабанова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.